Проехала половину перекрестка и остановилась перед вторым светофором. Это, по мнению ехавшего сзади мужчины, и стало основной причиной аварии. Сегодня днем на проспекте Победы столкнулись две «Лады Калина». Одну из них после удара отбросила вперед за пешеходный переход, перед которым и остановилась автоледи. Подробнее расскажет Рамиль Шайдулин. А он меня вытолкнул. Не знаю, 160, не знаю, 140 проехать, я не знаю. По словам автоледи, она ехала по проспекту Победы, подъезжала к дорожному переулку. Один светофор до перекрестка. Она проехала, когда там горел зеленый. Следующий, метров 60, переключался с желтого на красный. Автоледи рассказывает, решила остановиться, пропустить пешеходов. Люди уже были готовы ступить на зебру. Я там хотел остановиться, уже этот зеленый скончался, желтый начал гореть. Я хотел остановиться, тут пешеходный народ выходит. А он раз, бац, и все, меня толкнул и сюда вытолкнул. Второй участник аварии рассказывает, не был готов к столь резкой остановке впереди идущего автомобиля. Был уверен, раз выехали на перекресток на разрешающий сигнал, то надо закончить маневр, даже если загорелся красный. Ну, не ожидал. Пешеходов, говорит мужчина, не видел, но уверен, что им в этот момент все равно еще горел запрещающий сигнал светофора. Она говорила, что здесь пешеходы уже пошли, это так? Нет, не было. Пешеход... Ну, какой мигающий зеленый был. Участники дорожного происшествия дожидаться автоинспекторов не стали. Зарисовали схему и отправились в центр оформления дорожных происшествий. Там сотрудники ГИБДД определят виновного в столкновении. Рамиль Шайдулин, Ленар Гинатулин, Андрей Сентальцев, вызов 112.